Материнскую любовь невозможно ничем заменить. Огромное уважение вызывают многодетные мамы. В современных условиях содержать многодетную семью – это неустанный труд. Но многие идут на этот шаг, при этом проявляя безграничное терпение, дарят бескорыстную любовь и заботу. Накануне теплого и светлого праздника Дня Матери представители районной и городской администрации поздравили многодетные семьи, проживающие в нашем районе. Мамам были вручены благодарственные письма главы района и памятные подарки за достойное воспитание детей, большой вклад в возрождение и укрепление семейных традиций. Очень приятно, что поселение отметило вас, вашу семью, как семью, достойно воспитывающую своих детей, показывающую, что в нашем замечательном крае, в нашем замечательном районе есть те мамы, те наши, как говорится, вдохновители на большие подвиги, которых можно брать как образец и на них равняться. Поздравления с наступающим праздником многодетные мамы принимали и от главы города Александра Берсенева. Поздравляю вас в преддверии праздника Дня Матери. Спасибо. Хочу пожелать вам мира, добра, здоровья вашей всей семье, вам, вашей семье, чтобы у вас все так и оставалось, на хорошей волне жизнь продолжалась. Да? Вот. Вот такую вам грамоту, благодарственное письмо. Спасибо. От меня, да. Вот спасибо. Такой букетик цветов. Вообще, да. Замечательно. И вот такой скромный подарок. Воспитать детей – это непростая задача, а воспитать трех и более, при этом вложить в каждого из них душу, раскрыть их таланты, вырастить достойных людей – это настоящий героизм. И только мамы знают, насколько их труд сложен и тернист, но в то же время прекрасен. Ведь нет ничего дороже для материнского сердца – видеть счастливого и успешного ребенка. А для этого можно преодолеть любые трудности и невзгоды. Поздравьте своих мам с праздником, скажите им теплые и добрые слова благодарности. Ведь это лишь малая толика того, что они для каждого из нас сделали. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».